Всем здравствуйте, меня зовут Ирина, город Санкт-Петербург. Я сейчас нахожусь в Купчино, иду в торговый центр Балканский, Нова. Мне пришел заказ, мои духи, любимые, самые любимые, Маскина, 100 мл, тестер за 2600, это недорого. Так как стальные, которые мне нравятся, они, конечно, намного дороже. Вот, ну и зайду, конечно, в Устин. Посмотрю. Ну что, духи я забрала. У меня еще там скидочка образовалась. В общем, получилось у меня 2300 с копейками. Вот. Вот в этом ряду справа я купила. Ну вот еще попросила узнать цену. Но мои любимые также. Тоже на втором месте. Гуччи, Флоренс Гортензия. Ну вот, и вот она мне перезвонит, как узнает, сколько будет стоить вот этот отдел. То есть здесь их можно прийти, выбрать. И тестер, это намного дешевле. Поэтому я потом расскажу, как. Сколько стоит, потому что, ну, вдруг кому-то нравится тоже. Сейчас еще Устин, что-то я. Мне казалось, что он там, в Ново, и на первом этаже, но это не на первом, не на втором. Сейчас будем искать. Странно. Это я, дурында. Вот он, Устин. Все, в мозгу перепуталось. Почему я подумала, что на первом этаже? Вот он. Идем сюда. Надеюсь, то, что мне надо будет... Здесь, потому что он маленький здесь, Остин. И скидочка, да, действительно. Светочка, большое тебе спасибо. Мне почему-то смс-ка не пришла, но я зашла на сайт, посмотрела в корзине, да, все есть, все на месте. Ну, я имею в виду скидка, да. Видите, вот этот он мне большой. Сейчас, ой, извините, если я вдруг громко там шуршу. Сейчас вот увидите, это Элька. Потом померю Эмку. Вот, а вот это М-ка, видите? Вот она мне хорошо, если учесть, что под низом у меня еще вот эта кофта. Мне было не снять ее из-за пояса, который у меня одет. И вот он у меня свободненько, хорошо. Это вот М-очка. Вот. Видите? Больше не надо. Решила я померить. Помните, я такой бордовый мерила. Тут я зеленый. Зеленый не мой цвет. Вот это не мой цвет. Но я просто решила смерить. Это эмочка уже. Был бы серый или розовый, тогда да, но зеленый это не мой цвет. Вот. Это такая, это аппликация, это не вышивка, это аппликация. Вот это 46 размер, платье. Ничего такого. Ну, считайте, 2000 стоит. Вот, смотрите, такая же модель.
Так вот, вот я обещала показать духи. Это вот тестер. Видите, у них такая незрачная коробочка. Здесь вот маскина. Вот. Сам флакон. Вот такой. Видите? Без крышечки. Ну, так как у меня есть. Вот он. Давно купила, все берегла. Вот. Вот такие. Я просто, когда вот это вот закончится у меня, я сниму вот этот колпачок и одену на эти 100 миллилитров. Мне обошли 100, да, 100 миллилитров. Мне эти духи обошли 2300, ну, с копейками, в общем, там 300 с чем-то рублей. Так они почти 2600. Ну, скидочка была мне. Вот, который я еще говорила. Это Йоши, Юмамото, вот этот флакон. Вот тоже замечательные духи. Забыла у нее спросить, а тут о них, может быть, тоже есть. Очень вкусно пахнут. Вот. И, то есть у меня на первом месте вот эти вот маскины. Значит, на втором месте вот у меня вот эта вот флора by Gucci, гортензия, офигенный аромат. Вот тоже вот я спросила, она мне скажет, сколько стоит это сам 100 миллилитров, потому что как бы в магазинах они очень дорогие, очень. И когда я тогда брала там со скидкой, мне обошлись они что-то 3 с чем-то. Вот сейчас они, конечно, по 5-6 тысяч, и это вообще, ну, очень дорого. И также тестер, соответственно. Она узнает, сколько мне позвонит, скажет. Ну, я вам показала, где это, Балкана Нова, там, в переходе. Вот, поэтому тоже вот узнаю. То есть, получается, у меня вот это вот на первом месте, который я духи очень люблю. Эти у меня на втором by Gucci, и на третий Йоши Юмамото. То есть, у меня, получается, всего вот три запаха, от которых я просто балдею. Вот. Ну, обратите внимание, посмотрите в магазинах. Может быть, вам тоже этот аромат понравился. Это вообще очень старый, еще 90-х годов, по-моему. Не соврать, вот боюсь соврать. Когда я первый раз унюхала этот запах у своей сестры, она мне порекомендовала, я просто заболела им. Вот, и вот, в общем, вот такие вот духи. Это тоже старые Йоши. Не помню, какого года они стали производить, но тоже очень старые. Это новые, это более новые, там, несколько лет назад, что ли. Ну, также мне не соврать. Замечательные духи. Обратите внимание, понюхайте, может быть, они вам тоже понравятся. Ну, вот, и, соответственно, что мне нравится? Вот эти очень стойкие. Вот я попрыскалась, когда несколько дней назад, мне до сих пор от палантина, от шапки, то есть, ну, вот от верхней одежды пахнет. То есть, вообще, очень стойкие духи. В отличие вот от этих, которые я покупала в Летуале. Ну, вот эти очень быстро, как бы, выветриваются. Вот. Эти тоже я покупала в Летуале. Поэтому, знаете, которые там могут сказать, вот, это подделка, знаете, можно везде наткнуться на подделку, так же, как в Летуале. Но выветривается, на следующий день уже этого запаха нету, а это держится несколько дней. Ну, вот и думайте, где какая подделка и что и как. Неважно, главное, что эти духи нравятся, запах приятный и долго держится. Ну, все.